В настоящее время в управляющей компании «Татнефтьэнергосервис» и его дочерних обществах работает 746 молодых работников, что составляет 33% от общей численности работающих. Молодежная политика компании – это комплекс идей, целей и задач, направленных на эффективную подготовку, адаптацию и расстановку молодых работников на производстве. Оптимизация организации труда молодых работников в соответствии с их возрастной и профессиональной спецификой. Молодые работники принимают активное участие в конкурсах профессионального мастерства города Альметьевска и компании «Татнефть», демонстрируя высокие результаты и занимая призовые места. Молодежь предприятия активно участвует в научно-практических конференциях и семинарах. Со студентами техникумов и вузов реализуется четкая система профориентационной работы. Это и экскурсии по объектам управляющей компании «Татнефтьэнергосервис», и участие студентов в мероприятиях, организованных молодежным комитетом. Уже не первый год в компании действует школа менеджеров при главном инженере управляющей компании, где проходят обучение наиболее перспективные молодые работники структурных подразделений. Выявление и поддержка талантливой молодежи, определение ее творческого потенциала является одной из важнейших задач молодежной политики предприятия. Вовлеченность уже молодых работников предприятия возросла почти в два раза. Работа с учебными заведениями у нас начинается уже на первом курсе, где непосредственно молодые специалисты, приходя к нам на практику, знакомятся с нашим производством и уже по подготовке к выпускным экзаменам, дипломным, проектным работам выбирают именно те темы, которые нам интересны, предлагая какие-то собственные идеи и собственные решения данных проблем. Организуются мероприятия, в которых молодежь предприятия проявляет и раскрывает свои таланты. Это культурно-спортивные мероприятия, конкурсы «А ну-ка, парни!» и «А ну-ка, девушки!». С апреля 2009 года молодежным комитетом организован выпуск корпоративной газеты «Энергетик». Большую роль молодежный комитет отводит совместной работе с Советом ветеранов, поздравляя участников войны, встречаясь с ветеранами. Молодежная организация управляющей компании ежегодно удостаивается дипломов и почетных грамот в номинации «За значительный вклад в реализацию молодежной программы ОАО «Татнефть». Молодежь – надежда и будущее успешного коллектива управляющей компании «Татнефтьэнергосервис» и ее дочерних обществ, в которых трудится 2309 работников, средний возраст которых составляет 41 год. В компании ведется планомерная работа с кадровым резервом, который ежегодно обновляется. На сегодняшний день сформирован резерв кадров на 2014 год, куда вошли 247 работников. В течение года организовывается обучение резервистов на различных курсах повышения квалификации и по различным программам. Только в течение 2013 года в структурных подразделениях управляющей компании на должность РСС с рабочей профессией назначено 45 резервистов и перемещены с нижестоящей на вышестоящую должность 46 резервистов. Кадровой службой регулярно проводятся проверки ведения учета обученности работников в подразделениях, а также организация самого процесса обучения. За 2013 год прошли обучение на курсах новой подготовки по профессиям 152 человека, повысили квалификацию 2222 работника и прошли курсы повышения квалификации без присвоения разряда 108 человек. В январе 2013 года кадровой службой и учебно-методическим центром ООО «Диагностика Энергосервис» был запущен проект «Внутрифирменное обучение работников». На сегодняшний день внутрифирменное обучение по 32 направлениям прошли 1798 работников структурных подразделений управляющей компании,
что позволило уменьшить количество замечаний со стороны заказчика, количество ошибочных действий персонала, увеличить качество проводимых работ. В 2014 году пройдут обучение 1917 работников по 34 направлениям обучения. Дополнительной формой социальной защиты работников в сфере охраны здоровья является добровольное медицинское страхование. Санаторно-курортным лечением в течение 2013 года было обеспечено 153 работника. В УК «Татнефтьэнергосервис» ведется работа по республиканской программе социальной ипотеки. За 2013 год по программе социальной ипотеки выделено 15 квартир, в том числе 14 квартир выделено молодым работникам. Не остаются без внимания и семьи молодых работников компании. Ежегодно для приобретения мебели и товаров первой необходимости им выделяются беспроцентные займы, сумма которых неуклонно растет. В 2013 году было выдано 55 займов семьям молодых работников. Одной из основных целей предприятия является формирование коллектива, способного решать любые производственные задачи. И 2014 год объявлен годом развития кадрового потенциала компании.